Вчера без предупреждения Украина отключила подачу электроэнергии на Крым, оставив порядком 10%. Вчера вы видели, это неверное отключение, Керчь осталась без электроэнергии. Были подключены только объекты жизнеобеспечения города. Это котельные, больницы, детские сады, школы. Я понимаю претензии жителей города, приношу свои извинения в части, но мы предпринимаем все возможное, чтобы в домах был свет. На сегодня, на утро, подача электроэнергии в город осуществляется в объеме 22 мегаватта. Это порядком 25-30% от необходимой потребностей города. На данный момент решаются вопросы каких-то графиков, чтобы люди знали, когда они могут остаться без электроэнергии и успели подготовиться к этому. Нет, не решается. Почему? Я уже об этом говорил. Мы не знаем, когда и в каком объеме будет произведено отключение электроэнергии. Самый важный вопрос, который на сегодняшний день задают граждане, и он справедливый, почему отключаются одни и те же дома. Я еще раз хочу пояснить, отключаются одни и те же дома в связи с тем, что, скажем так, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Те дома, которые не отключаются, они подсоединены к объектам жизнеобеспечения города. На сегодняшний день принято решение для того, чтобы немножко выровнять эту ситуацию. Я не обещаю, что эта ситуация будет полностью выровнена, но чтобы сохранить какую-то справедливость, в ручном режиме будут отключаться дома, которые подключены к объектам жизнеобеспечения. Те генераторы, которые нам были предоставлены Российской Федерацией, они все подключены и все работают на сегодняшний день. Поверьте, мы делаем все, что можно.